пару месяцев назад я задумала сделать работу, взяв за основу вот этот задний фон. Сняла его весной. Продумала, как снять к нему передний план. Об этом мое первое видео из серии Дейли Белкина. Я долго тянула со съемкой, но пришла осень, стало холодать и, очевидно, тянуть больше некуда. Хочу снимать на днях, но желание никак не приходит. Придется прийти к нему, взять себя в руки и начать хотя бы с подготовки. Эскизы готовы, как и план съемки, он несложный. Там всего две фигуры, сидящие в ряд на балконе. Женской фигурой, как обычно, буду я, а мужской мой муж. Продумываю костюмы. Это должна быть простая, желательно однотонная домашняя одежда. На женской фигуре свободный тонкий светлый халат. А на мужской наоборот. Плотное темное хлопковое мужское кимоно. Я его дарила мужу, и вот его час настал. И кимоно, и мужа. Смотрю на себе, как ложится ткань. На голове у женщины тюрбан из полотенца. Мне показалась интересная и жизненная ситуация, что пара сидит на своем балконе, как на балконе отеля у моря во время отпуска. Но в этом году все поездки отменились, и наш балкон стал главным центральным местом нашей жизни на долгие месяцы. И не только у нас. Люди на балконах гуляли, загорали, ели, прятались друг от друга и даже давали концерты. Неважно, какой с балкона открывался вид. У кого-то на другие дома, у кого-то на кучу грунта, как было в нашем случае. Костюмы и персонажи готовы, и теперь надо подготовить сцену для съемки. Я сажусь в то самое раскладное кресло, которое хочу дублировать в работе. У него интересная конструкция, как будто линии начерчены в пространстве. На улице уже достаточно холодно для съемки. Все еще зеленое вокруг, но долго в тонкой одежде не посидишь. Это стандартная моя история. Я терпеть не могу организовывать съемки, и поэтому тяну всегда до последнего. Сложность еще в том, что надо повторить такое же освещение, и я ждала подходящий солнечный день. Снимать нужно будет за час до начала заката. Пока солнца нет, но должно скоро выйти, по прогнозу. Мне сейчас надо расчистить балкон от предметов и растений так, чтобы на нем ничего вообще не осталось. И мусора тоже. Смотрю наброски съемочных сцен. И тут приходит спонтанное решение оставить только мужскую фигуру в кресле, а женскую переместить в проем двери. Полупрозрачный халат навел на мысль встать в нем в контровом свете, на границе перехода из внутреннего пространства наружу, подчеркнув эту самую границу живым присутствием. Ведь весь мой проект как раз об этом. Ставлю камеру и пробую встать там, где решила. Смотрю, выходит ли так, как мне это представилось. Но надо сделать еще кое-что. Хочу закрыть створку окна справа тонкой бумагой, как будто рисовой. Это избавит меня от проблемы вырезать потом при монтаже на переднем плане сложные элементы. Заодно это придаст лаконичности композиции и создаст легкую светлую линию справа. Побеги спереди – это проросшие весенние веточки, посаженные в землю. Они будут единственным растительным элементом в кадре. Моя весна лишь внутри, а снаружи все дремлет еще. Сначала сниму себя, а потом отдельно мужа, так как сложно уследить одновременно за двумя фигурами, особенно когда одна из них ты. Пробую сесть на место в образе, погрузиться в задуманную атмосферу. Тем временем вышло долгожданное солнце как раз к нужному часу. Можно снимать. Устанавливаю параметры, камера готова.
Снимаю на автоспуске, так как руки должны быть пустые, никаких пультов и телефонов. Это жутко неудобно. Сначала жмешь на кнопку, потом бежишь, потом в кадре за оставшиеся 3 секунды должна принять верную позу, подумав о повороте головы и тела, о положении рук и ног, и в конце расслабиться. И так 20-30 раз, чтобы сменить 7-8 поз и на каждую сделать минимум 3 варианта. Теперь очередь мужа. На его съемку уходит всего минут 10. Эти 10 минут мы снимаем все нужные позы, но на второй подход он не готов. В принципе, я довольна. Под конец, несмотря на беготню, я замерзаю. Надеюсь не заболеть, хотя в итоге я все-таки простыла, конечно. Но это не такая большая жертва во имя хороших кадров для будущей работы.